Ну вот очередной раз снимаем то, что мы здесь делаем. Дальше вас покажу. О, не совсем не могу. Решил проявить заботу. На рукавнике. Ветер пошел. Да ладно, еще сетка помогает. А без сетки вообще. Вот глаза выел буквально, смотреть нельзя. Целый день мокрый. Благодарю. Я не знаю, как сейчас ехать, не смогу, пешком пойду, велосипед потащу. Вы смотрите, чтобы вас ветер не сорвал ваши ботинки. Я предупредил вас, вы или спрячьте их, или что. Долго не будьте, собирайтесь. А сейчас ветер, я, наверное, без этого пойду. Сердце прям совсем. Не могу воздуху дышать. Ну, все, пока. Все, с Богом. Помаленьку собирайтесь, складывайте все. Мне топорик хотел взять маленький. Или увезете? Увезем. Ну и смотри, тут щипцы, молотки, все подберите. Там совсем немного осталось. Я не могу. Кину три раза, сердце останавливается и все. Так мы еще сюда придем, значит, да? А вы сейчас идите, уходите. Наверное, мы еще придем сюда? Завтра. Завтра, да. Только сегодня тележку надо угнать, я боюсь. Мешки эти оставить можешь. Угу. Положи туда, завтра их мы загоним туда. Вон то место соединить с этим, поднять. Тут у нас немножко есть мекина. То есть распорядитесь, это не трогать, оставить. Здесь две, заложите, остальное видно будет. О, даже чайка пытается пролететь от этого ветра, но не может никак. А это, Игнатий Иванович, она затворена, доски, что будем ставить-то? Какие доски? Ну, чтобы воду поднимать-то надо, какую-то доску. Ну, вот эти вот тогда и оставить, и завтра напилим. Сколько оставить-то? Пилу спрячь. Ну, я не знаю, одной-то хватит. Больше двух досок ты не поднимешь. Тут у нас еще останутся. О, чайка. Вон у нас лежат, гляди, две доски. Вон они. Две доски. Может быть, эту и портить не придется. И вот этот вот. Вон они же есть, бруски-то, и бруски поставить. Так что эти бруски целые две можно брать. Так, братья, я пошел. С Богом. С Богом. Благодарю тебя, Господи. Не стромались. За великие священные милости. И за этот прекрасный день. Хвала тебе, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Толкушку не брать. Оставать, спрятать ее. Ведра оставить и лопата оставить. Лопата оставить одну совковую. Ну и три таких. Ладно. Все. А остальное ты что? Кувалду надо, я не знаю, сегодня забей остатки, ты больше, может, не потребуется. Ну там забить-то что надо? Вон там повыше сделать, да? Тут да. Посередине тоже. Да. Нет, надо прям рядом ставить, на том месте и поднимать, где было. Вот до этого палки, и там вон где трава растет, вон туда. Место. Что?
я каждый вечер с медом отпаиваю тебя, ты еще купаться собрался. Ну под этой жирой, хочешь не хочешь, выздоровеешь. Да-да, и опять заболеешь. Ладно. Минут так пять или... Ну, минут так пять.